Ну, раз уж не взяли меня в проект фуферы... Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Я запускаю свой проект с блэкджеком и фиферами. Хэпанем немного. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Идея довольно-таки проста. 7 фиферов, московских фиферов, прошу заметить, решили собраться вместе и показать то, на что мы способны. А способны мы на многое. Первый челлендж уже на канале, как вы можете заметить, я на него не опоздал. С лицом у меня не было проблем, я не был опухший, и я был довольно-таки трезв. Как же так вышло-то, блядь? И судя по всему, у меня есть контакты с операторами, звуковиками и прочими товарищами. Вот это да. У меня теперь есть жена. Ладно, ладно, все, хватит, не буду больше стебаться. Для начала у нас в идее есть 7 разных челленджей. Каждый челлендж будет принадлежать тому или иному фиферу. Первый, вот, допустим, Зорбами принадлежал к эфиру. Да, возможно, кто-то скажет, что это похоже на Сайдман. Ну, может быть, так или иначе, тоже как бы команда из фиферов решили поснимать классные видосики. Я не вижу в этом ничего плохого. По поводу состава тоже не агритесь, потому что тут только московские фиферы. В общем-то, пацаны, вот такая информация. Надеюсь на вашу поддержку. Мы старались, мы максимально делаем классный контент, поэтому переходите по ссылке в описании, ставьте лайк этому видосу. И еще также подписывайтесь на инстаграм 7fUnited. Он будет также в ссылочке, будем всякие фоточки выкладывать из бэкстейджа. Там, может быть, какие-нибудь кадры там из будущих серий вы будете видеть. Так что вот, чекайте ссылку в описании. Всем спасибо, что посмотрели это видео. С вами был я, PandaFreaks, и всем покедова.